Срок армейской службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев и пересматриваться не будет, заявил президент на коллегии Министерства обороны. Напомню, в конце 2012 года появилась информация о том, что депутаты Госдумы намерены потребовать от министра обороны увеличение срока службы в армии с 1 года до 1,5 лет. Однако Шойгу ответил, что главной задачей для военного ведомства является построение профессиональной армии. Глава государства поддержал это мнение. Будет увеличиваться доля профессионалов-контрактников, и нужно развернуть систему подготовки специалистов офицерского, сержантского и рядового состава с учетом возрастающих потребностей войск. Обеспечить ритмичную, стабильную работу учебных центров, военных вузов и академий. Я уже говорил, что за последние годы серьезно выросла интенсивность боевой учебы. Сейчас нам необходимо повысить ее качество, усложнить требования к каждому бойцу и командиру, отметил Владимир Путин.